Друзья, снова всем привет. В этом видео мы покажем вам, как сварить вот такие вот макароны-ракушки вот этой фирмы. Ребята, как всегда, берем упаковку, читаем инструкцию. Значит, для приготовления берется не меньше 1 литра воды, 1/3 чайной ложки соли на каждые 100 грамм макаронных изделий. То есть, чтобы сварить вот эту 400-граммовую пачку макарон, нам понадобится примерно 2 литра воды. Наливаем в кастрюлю пару литров воды, закрываем ее крышкой и ждем, когда вода закипит. Водичка закипела. Теперь забрасываем соль согласно инструкции. Теперь опять читаем инструкцию, значит, написано варить до готовности 6-9 минут на слабом огне, периодически помешивать. Высыпаем. Теперь перемешаем, ребята, значит, 6-9 минут варится тогда, когда вода еще раз закипит, вот с этого момента, поэтому сейчас ждем, когда водичка закипит. Ребята, вот смотрите, вода закипела, вот с этого момента варим 6-9 минут, периодически помешиваем. Крышкой уже не накрываем. Макароны сварились, теперь их нужно промыть и сцедить воду. Берем вот такой вот друшляк и аккуратненько сливаем воду. Теперь макароны берем и вот таким образом промываем. И вновь сливаем воду. Ребятушки, ну все, макарухи готовы, надеюсь, вы научились их варить. Всем спасибо за просмотр, делаем подписочку, до новых встреч, пока.